Всем привет, с вами Райан. В этом видео я покажу мои собранные готовые работы из алмазной мозаики или из алмазной вышивки. Кому как больше нравится. И первое, это вот такие подсолнухи форматом 20 на 25 сантиметров. Вообще вот с этих подсолнухов и началось, так сказать, мое хобби в плане алмазной мозаики. Так получилось, что ее подарили моему другу, но он решил, что это не его занятие, не его хобби. И, короче, он мне решил ее подарить. Не знаю, почему он подумал, что я смогу собрать это, но в итоге все получилось, я собрал. И мне действительно понравилось это занятие. И вот с того момента я занимаюсь и таким творчеством тоже. Это картина по мотивам художника Леонида Афремова. И вообще мне очень нравится этот художник. Здесь квадратные стразы. Производитель Белоснежка. Это вообще очень качественный производитель. И мне очень нравится. Квадратные стразы. Не особо большая. 25 цветов. Блестит прикольно. Следующая работа. Это вот такой кленовый листик. Это уже производитель Яркие Грани. Вот, тоже довольно качественный производитель. Выделил для себя его, чтобы дальше покупать алмазки этого бренда. 20 на 20 сантиметров. Довольно быстро я ее собрал, буквально в течение недели. Цветов я уже не помню, сколько там было. Тоже не особо много. Вторая моя собранная работа. Тоже прикольно блестит. Все очень красиво. Далее вот такая картина. Это опять же производитель Белоснежка. Эта картина уже на подрамнике, то есть не знаю, как показать. И это очень удобно, просто берешь с собой в любое место и сидишь, выкладываешь. Картина по мотивам художника Леонида Афремова. Название тоже не припомню, но очень красиво выглядит. В данной картине 57 цветов, формат 40 на 50. Довольно долго собирал, около 3 месяцев. Каждый день по чуть-чуть собирал, но в итоге получилось вообще очень классно. Очень яркая такая осенняя. И мне нравится результат. Квадратные стразы. Следующая сборка. Это вот такие лаймы. Это опять же формат 40 на 50. Я прям любитель таких форматов. Мне кажется, картины именно такого формата смотрятся и выглядят более полноценными. Это уже производитель Evershine, 37 цветов. Мне очень нравится подобные картинки собирать, чтобы повторялись элементы. Ну, в данном случае лайма. Довольно терпимый бренд. Ну, то есть хороший, неплохой. Опять же, квадратные стразы. Я просто любитель квадратных страз, да. Еще раз повторюсь, если уже говорил, блестит тоже прикольно. Если эту картину оформить как положено, то есть в рамку или в багет, то она придаст некий антураж интерьеру, это 100%. Я уже, в принципе, прикидывал, как она будет смотреться на стене. Вообще, такой результат прям неплохой. Поэтому хочу ее оформить как-то красиво и повесить на стену. Следующая картина. Закат, пальма, море. В общем, красота. Здесь 27 цветов, тоже квадратные стразы. Красиво получилось. Это производитель Do It Yourself. В целом, довольно-таки неплохой такой производитель. Но бракованные стразики все-таки попадались. Не так уж много, но попадались. Терпимое качество, и собирать вполне себе возможно. Очень красиво блестит. Вот такие работы у меня из алмазной мозаики. Если вам понравилось такое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем желаю удачи, отличного настроения, творческого вдохновения, конечно же. До новых встреч!